Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и мы вместе с вами продолжаем сражаться в игре под названием Zombie Fight Club. И это будет, скорее всего, финальная серия, потому что игра подходит к концу, к своему логическому завершению, а наш зомби становится все непобедимее и непобедимее. К тому же появилось новое тело, которое, в общем-то, не сказать, чтобы сильно отличается от предыдущего, но давайте его поставим и посмотрим, как это повлияет. Ну да, в чем разница, я не понимаю. Разрабам, видимо, под конец уже стало действительно лень рисовать новые запчасти, и это касается не только ног. Хорошо, отправляемся в битву. Нас ждет чудовище с 1365 хп, это настоящие друзья безумия. Но зато у меня до максимума практически вкачаны все атаки, и это круто. Суператака. Сколько? 459? Мне это нравится. Значит, не такой уж он и жесткий-то этот товарищ. Еще и стан сработал. Да, все это преимущество по ХП мы стерли в порошок буквально за первые несколько ударов. И это круто. Причем мы вырвались вперед, и сейчас моя атака. Значит, это преимущество останется за нами. Но, конечно, он может использовать какой-нибудь ультрахил, да, на 400... о котором я только мечтать могу, но все равно мы бьем больно. 240. Блин, а преимущество снова на его стороне, он еще и стан сдал мне. Эй, хорош! Блин, я и подхилиться не могу. Дайте мне какой-нибудь суперхил, я буду благодарен. Тут, короче, вся надежда теперь на крит. А он что-то пока не срабатывает. Опачки. Промах. Суперзащиту используем или хил? Я даже не знаю, что будет полезнее. Но давайте попробуем использовать суперзащиту. Я обычно никогда ее не юзал. И, блин, она неплоха. Ноль дэмэджа, хорошо. А я бросаю щит, надеюсь, это конец. Нет, это не конец. Он не похилился, вот сейчас будет конец. Все, тут ноль шансов. Блин, ну если бы выскочил промах, вот это было бы настоящее разочарование. Опачки. Хе-хе, мы переходим в суперчемпионат. Шикарно, и появляются новые зомби. Нифига, зомби-девушка, зомби-супер-Халк и зомби-Винстон. Я не знаю, мне кажется, самым жестким будет вот этот товарищ. Да, он очень мощный, он большой. Блин, кого бы выбрать? Еще девушек в этом чемпионате я не видел. Ай, ладно, возьму просто здоровяка, не буду много думать. Здоровяк нам подойдет. К тому же появилось... Что появилось? Появились новые руки, которые мы сейчас установим. Текс. И есть увеличение атаки, бустер на атаку. Неплохо. А вместо какого бустера его убрать? Наверное, уберем бустер на скорость и поставим бустер на атаку. Чё... это вместе со щитом ставить нельзя, да? Ладно, тогда па-па-па-па-пам-па-бам-па-бам-па-бам. Используем этот бустер. Хорошо получается вот такое существо. Щита, конечно, будет не хватать. Он был классным, давал много урона, а не защиты. Но плевать, что дают руки. Опачки, хпшку. Хе-хе-хе. Плюс еще с бустером в виде топора. И хп у меня 880. С ума сойти можно. Что же будет делать этот гигант? Ух, даже страшно представить. Но это будут сногсшибательные атаки, в прямом смысле. Сногсшибательные. Бустер сработал. А враг все равно бьет больнее. Но у меня есть суператака. 252. Чё-то как-то я не знаю. Чё-то как-то пока... Ладно, используем промах. Пока не выскочит что-то более серьезное. Хил. Ну давайте хил используем, окей. Хилится он тоже неплохо, по 176, враг наносит 63 всего лишь, а у меня появляется мега-атака, она-то и должна сделать красоту. Она и сделала красоту, а теперь автокрит. И хочется посмотреть на суперудар этими руками, чем же они отличаются так сильно от щита. Мега-хил, ну давайте автокрит используем, это будет победа, да. Не будем тянуть, оба-на. Появляются новые руки, ха-ха, наконец-таки. Что-то действительно интересное и красивое. Также появились новые ноги, которые мы заменим. Да, от предыдущих не особо они и отличаются. А вот рука с когтями, это действительно фантастика. Сколько урона они дают? 22, предыдущие 14. Хе-хе-хе, конечно, лучше эти. Фух, битву. ХП стало на 30 меньше, но кого это волнует? 30-ка это не так много.
Опять же идет компенсация видеоурона. Как меня зовут? Крон Смешер. Неплохо. А у чувака нарезатель, да? Грубо говоря, нарезатель. Имя? Ладно, автокрит. Угу. Видимо, нарезатель он за счет своего меча на руке, но мы-то знаем, что это так себе оружие, довольно бесполезное, и давненько мы его не используем. Оба-на, стан. Мега-атака. Дэмэджа мало. Мало дэмэджа, хочется больше. Как будто у прошлого зомби атаки посерьезнее были. Такое вот ощущение у меня складывается. 45. Ну да, это все потому, что у чувака тупо нет нормальной пушки в руке. А гребаный слайсер. Он же бесполезен. Опачки. Опачки. Ветреный удар. Неплохо. Короче, назывался удар мельница. Прикольно. И новое тело, которое опять же просто шипастое. Хорошо, давайте используем его. 200 хп и 5 защиты. Это не шутки. Гораздо больше, чем у предыдущего. Но выглядит средненько. Если бы враг во время удара по мне получал какой-то урон, то эти шипы оправдывались. Но так они просто не оправдываются. 2615? Сколько? Ой-ой-ой-ой-ой, страшно-то как. Друзья, я такого хп еще никогда в жизни своей не видел. 2615. Что делать с этим товарищем? Совершенно непонятно. Офигеть. Даже сквозь защиту он снес мне... Ух, 160. Ладно, мельница. 366. Тут придется прямо все навыки использовать. Снова мельница. Хорош. Да, 111. У него в 3 раза больше хп. Мельница. Хотя бы раз критани, пожалуйста. Не критует. Ему достаточно бить в несколько раз меньше, чем мне. И все равно он побеждает. Это странно. Да хватит. Стоп. Ну не бей так больно. О, суперхил. Надеюсь, он немного мне поможет. 285. Неплохо было. Неплохо. Вот сейчас было неплохо. Теперь хп у него не в 3 раза больше, а всего лишь в 2. И это здорово. Но почти в 3 опять. Суперзащита. Что остается делать? Ждем хила или что-нибудь. Сквозь суперзащиту он 147 мне пробил. Да уж. Я не знаю, что тут делать. Будем пока использовать промахи. Вся надежда на них. И я не знаю, должен появиться суперхил или... Или что-то прикольное. Не появилось. Используем обычный хил. 190 мало. Когда он бьет по 180, но мы хотя бы остаемся на плаву. Можно попробовать использовать мельницу. Но криты, которые были раньше, они мне сейчас почему-то недоступны. Я критовал по 1000, по 1200. Где мои криты? Ладно. Стан сработал. Отличненько. Угу. Рассчитываем на крит, друзья. Но была не была. Крита не случилось, он меня сейчас добьет. Да. Я надеялся на крит, но проиграл. Ладно, переигрываем. Может быть, придется заменить какие-нибудь из своих компонентов, и тогда это дарует победу, но пока непонятно. Ладно. Суператака, начинаем с нее. Даже под преимуществом, то, что я бью первый, все равно он очень больно бьет. И суперзащита здесь ни разу мне не помогла. Он бил еще больнее, когда я ставил суперзащиту. Почему? Ну, повезло. Сейчас повезло. Мегахил, друзья. Вот то, чего я ждал. Отлично. Это как бы может сделать все круто. Хил пошел. Шикарный хил плюс стан. Отлично. Автокрит. Нормально. А у меня сейчас хил еще раз сработает. Сработает ведь? Или он уже все? Отхилил свое. Да, похоже, уже свое отхилил. Жалко, жалко. Ну, хорошо, я еще раз использую суперзащиту. Сколько он нанесет мне урона? Что это за хрень-то такая? Я больше никогда не буду использовать суперзащиту. Он больнее бьет по суперзащите. Так не должно быть. Это тупо, это несправедливо, это нелогично вообще-то. Нахера мне суперзащита? А, ну да, похилься еще на 500. Почему бы и нет? А у меня 0 критов сегодня. Типа криты это вообще не моя тема, да? Хорошо. Приму к сведению. Похилься, еще на 500 похилься. А что так слабо? Хилься, хилься, по 500-очке давай. Я люблю, когда ты хилишься. Да уж.
Ну, мегахил. Порадовали. Мегахилом порадовали. Но он все равно бьет супер сильно. Использую суперхил тоже. Фух. Мельница. 390, нормально, мы сравнялись практически. Сорян. Сорян. А, еще и промах. Зашибись. Ой-ой-ой. Мельница. Хотя бы один крит, пожалуйста. Просто одну критульку мне дайте и все. И уже будет неплохо. Но криты, не, они выскакивают. Но это что такое за крит 234? Это разве крит? Это не похоже на крит. Это похоже на хрень. Да хватит хилиться. Ты, ты че? Ну, блин. Пощади меня. Пожалей ты меня. Хватит просто хилиться. Я тоже буду хилиться. А, сволочь ты такая! Откуда ты берешь этот хил? Я не могу его пробить. Вот оно случилось, друзья. Это фантастика. Оно сработало. Наконец-таки выскочил нормальный крит. И фух, это победа. Какой ценой она мне досталась, но это победа. Но нам еще стоит столкнуться с робо-зомби. Понятия не имею, кто это. Мне страшно. Последнее оружие дает 40 атаки. Очень много. Шлем дает 20 защиты. А почему я предыдущий шлем не использовал? Ладно, не знаю. Я возьму вот этот шлем. Здесь больше использовать нечего. Трансформируемся, и получается вот такое существо. С бензопилой, о которой я так долго мечтал. Погнали в битву. Турбо-террор. Ну, хотя бы не 800 тысяч хп у тебя, турбо-террор. Хотя бы не 800 тысяч. Уже здорово. Начнем с крита. Нормально. Начало бодрое. Но у него обычная атака была. Блин, почти такая же. А еще он очень на меня похож. И не только из-за шлема, а просто. Гриндер. Что делает Гриндер? Ну, мощный удар, конечно. Но чувак бьет по 336. Вот с каждой тычки. Это снова поражение. Он меня просто... 2 хп! 2 хп! Это просто эпик, друзья. 2 хп! Просто 2 хп. Это обо всем говорит. 2 хп. Жуть какая. Так, ладно. Алмазное тело. И последние ноги, дающие ловкость и скорость. Возможно, из-за ловкости со скоростью как раз-таки и выскакивают часто криты. А так как сейчас у меня ее было мало, криты перестали вылазить. Наверное, это так и есть. Вот он, робо-зомби. Наш последний враг. Который полностью состоит из металла. И выглядит он круто. ХП в 3 раза больше. Начнем с мега-атаки. По 300 бьет. Ух, ладно, используем промах. Может, подвернется что-то более приятное. А может быть, наоборот. Суператака. Если не крит, то это пипец. По 300. Чувак бьет просто по 300. С 3-4 ударов я буду падать. Я тоже бью по 300, но окей. Но у него в 3 раза больше хп. Промахнулся. Везение. Так, стан. И даже немного урона. Нормально. Гриндер, отлично. 405. Пойдет. Стал меньше меня пробивать. Ладно, снова у вороты. Тут, короче, все зависит от везения. Если будут выскакивать классные вещи, типа вот таких, все может быть. Хе-хе, мы в плюсе даже остались. Пошла суператака. Главное, чтобы он не начал хилиться. Ой, опять промахнулся. Это прям супер сильно везет мне. Ладно, попробую последний раз использовать суперзащиту. Вдруг она сработает. Бесполезно. Гриндер. Стан. Хорош. Гриндер! Эх, еще бы один стан, если бы выскочил. А, ну, это было ожидаемо. Ладно, автокрит. 288. Давай мега-атаку. Хорош, друзья! Это, походу, победка. Фух, любым ударом мы его бьем и лишаем головы. Хе-хе-хе. Робо-зомби повержен. Кронсмашер на первом месте. И это, друзья, чистая победа. Ну, практически. Большое вам спасибо за внимание, за просмотр. Мы прошли всю игру, как я и обещал.
До новых встреч, удачи, пока!